Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, и мы с вами продолжаем играть в Divinity 2. И в прошлой серии мы с вами продолжали зачищать окрестности. И, в общем-то, я, зачистив очередной лагерек гоблинов, пришел вот к такой вот непонятной здоровой двери. Хочу сейчас зайти и посмотреть, что там в старой пещере написано. Интересно, она открывается вообще? Смотрите, меня запустили туда. Плюс там еще есть какое-то, проходится внизу, неподалеку есть спуск. Что за звук? Как будто бы здесь что-то открылось. А на самом деле здесь ничего нет. Видимо, там кто-то ходит. А, вон видно даже на миникарте три каких-то врага. Судя по движениям их угловатым, это скелеты. И один из них сейчас стоит прям тут где-то. О-о-о! Сблизи-то, давай не будем биться. Может, как-нибудь издалека обойдемся. Так сражаться будем. Вот так я могу с тобой биться. Кстати, его магия застревает в пороге, а мои стрелы хорошо летят. Все-таки стрелы гораздо лучше. Повезло. Так, ну уже не зря зашел. Уже с пустыми карманами я отсюда не уйду. Нажмите, что-то есть. Ух ты. Что-то можно... попить даже. Пустые бочки. Ну, тут обычно пишется, кстати, конечно, что там пусто, нет. А, ну, так и сделано, что здесь в правом нижнем углу еще не всегда увидишь. Смотрите-ка. Рюкзачок хороший тоже. Книга здоровенная. Она размером с это кресло. Ничего себе, я бы хотел такую полистать. Вообще, наверное, неплохо так. Просто полным размахом руки страницу так... переворачиваешь. Ух ты! Ключик! Ой, да чё? Зачем я схватил? Мне надо взять его. Ключ какой-то. Интересно, что он открывает? На замке. Наверное, от него. Замок взломан. Нет, смотрите-ка, я просто взламываю. Это что-то другое. Полезная вещица. История проклятого. Часть первая. Интересно, что такое за книга? Ну-ка. А, кстати, здесь должны быть книжки, которые повышают. Да, точно, смотрите-ка. И правда тут вы получили очко. Наука и очко развития еще одно. Вообще отлично, ну тогда еще ловкость можно прокачать. Да? Ну и в навыках сейчас что-нибудь, ну взлом опять же. Взлом, смотрите, как хорошо работает. Столько уже полезных вещей с помощью этого я раздобыл. Так, а книжка-то вот эта, которую я только что взял. Это что у нас за история проклятого? Что это такая за книжечка? В одну страницу? Вы, человеческое сострадание, удержало твою руку, ты не смог поднять руку на младенца, лежавшего на алтаре, невинного и безответного. Да, именно сострадание остановило тебя, но если бы ты знал, добрый мой друг, какие беды принесет твое решение, разве не вонзил бы ты клинок в юное сердце, разве не залил бы крови невинного камни алтаря, столь же холодные и твердые, сколь холодным и твердым должно бы было бы стать твое сердце. Так сказал Зандалор, когда хоронили избранного. Именно с этих слов мы и начнем историю Дамиана. Темный круг посеял частицу сущности проклятого в душу новорожденного младенца. Так приспешники тьмы надеялись вернуть в наш мир хаос и разрушение. И это им вполне удалось. Избранный поверг демона лжи, но зерно зла уже лежало в сердце невинного младенца. В тот день настал бы конец темному кругу, но этого не произошло. Благословение богов давало избранному неисчерпаемые силы в борьбе с древним злом, но сердце его взбунтовалось против убийства новорожденного. Обычно я такие книжки просто пролистываю, ну то есть как бы открываю, чтобы потом можно было на паузе прочитать. А, вот ключ от чего, понятно, что у нас лежит. Ну, сейчас что-то захотелось так прочесть, и думаю, почему бы нет? Историю какую-то узнать. Клавесин. Нажмите, чтобы использовать. Ну, я хочу поиграть, а почему мы не играем? Я, видимо, не умею. Надо потом учиться. Да, не играет. Не играется совсем что-то. Так, здесь меня кто поджидает? Какие враги, какие опасности? Явно здесь что-то есть. А-а-а, культ каких-то магов. Слушайте, а это уже, вот это уже опасно. Вот это уже может быть очень неприятно сейчас. Если с гоблинами-то ладно еще. А как с этими? А, я с ним могу говорить. У него восклицательный знак. Ух ты, вот это интересно. Ты кто такой? О, а вы кто? А ты кто? Я хотел сказать здравствуйте.
Простите мою неучтивость. У меня не часто бывают гости. Извините, у меня и в мыслях не было вас пугать. О, не нужно извинений. Вы мне не помешаете. Позвольте представиться. Да? Наберите сервер. Маг-любитель. Я занимаюсь, скажем так, оживлением усопших. То есть вы некромант? Вроде того. Ага. Да, думаю, можно сказать и так. Впрочем, мне такое название не нравится. Люди, как правило, считают некромантов спятившими извращенцами. Разумеется, они заблуждаются. Возможно. Избранное мной искусство принесет пользу любому искателю приключений. К примеру, вам. Согласитесь, верный союзник никогда не помешает. А объясните-ка, какое отношение имеют союзники к некромантии? Все очень просто. Я занимаюсь разделом некромантии, который посвящен изготовлению зверя. Некрозавра, если угодно. Мы собираем части тел мертвых созданий и сочленяем в одно целое. Наша цель — создать идеального товарища по оружию. Ну, в принципе, звучит заманчиво, а заказы принимаете? Как обычно случается во время великих открытий, у меня возникли некоторые затруднения. Какие? Я не могу управлять созданными некрозаврами. Они дикие и непредсказуемые. Я провел 4 довольно удачных эксперимента. Но все создания сбежали от меня куда-то на юг. Так, продолжай. Не понимаю, что я делаю не так и куда они устремляются. Но если вы вдруг что-то узнаете, очень вас прошу, непременно расскажите мне. Хорошо, значит, куда-то на юг, да, идут? Отец Рамон говорит, что вы много знаете о Ловесе. Неужели? Ну да. Никаких тайн я вам не расскажу. Мастер Ловис давно умер, и о нем мало что известно. Ловис, ох ты, какое имя у него прям любовное. Вам наверняка рассказывали или еще расскажут о доблести Ловиса и о его наследии. Но мне действительно известно еще кое-что. Так, ну-ка. К примеру, считается, что мастер Ловис состоял на службе у пламенного мага Махуса. Однако подчинялся он одному только Уроборосу, богу драконов. И вот еще. Думаю, никто уже и не помнит, но причиной краха мастера Ловиса стало вторжение Баала. Демон Баал разорил нашу долину, и после этого славный мастер так и не оправился. Ну, Баал-то это мощная, мощная канитель, я знаю такого, ничего себе, это вроде как старший сын, там, Диабло, да, и знают все тоже, наверное. А кто такой этот Махас? Рискну предположить, что Махас был величайшим магом в истории. Даже древние, то есть драконы, относились к нему с почтением. Могущество Махаса было столь огромно, что некоторые пламенные рыцари присягали на верность ему, а не драконам. Считается, что одним из таких людей был мастер Ловис. Ну, неплохо. В долине остался храм, посвященный Махасу. В прежние времена там обитали его последователи и будущие пламенные рыцари. Однажды сотни лет назад я покажу вам результаты моих трудов. Но выпускать эту особь не стану, иначе она тоже убежит. Я нечаянно на палец нажал кружкой с водой, представляете? Блин, как так получилось? Извини. Парень, ты извини меня. Так, а у меня ничего и нету. Но мне нужно бошки искать и так далее всякое. Отмена. Я еще хочу с тобой поговорить, слушай. Подожди, стой. Здравствуйте, охотник. Здравствуй, здравствуй. А почему вы вдруг решили заниматься смертью и оживлением мертвых? Благо, тут диалог с субтитрами написан, надо будет прочесть. Никаких несчастий со мной не случалось, если вы об этом. Просто меня всегда занимала жизнь, торжество жизни над смертью. Лишь занявшись некромантией, я обнаружил, что многие используют ее для извращений. Именно этим людям некроманты обязаны своей дурной славой. Я же считаю, что создание некрозавров – достойное занятие. И практикую только это направление моей науки. Понял. Если ну что, все. Я буду здесь. Хорошо, если что, увидимся. Ну, если найду бошки, еще надо притаскивать. А почему нет? Создадим себе не... Ну, когда узнаем, конечно, куда они там уходят, почему он не может ими повелевать, почему они не слушаются, надо с этим разобраться. Так-то, в принципе, наверное, неплохая подмога была бы.
Хоть я и не люблю ходить, конечно, со всякими разными спутниками, союзниками и так далее. Они мешаются, под ноги лезут, выдают меня. Но в целом, если какие-то сложности будут возникать у меня в боях, могут хорошо помочь. Почему бы нет, против толпы особенно сражаться? Приходишь, на тебя толпа накидывается, и здесь такой появляется некрозавр, и давай всех раскидывать. Это было бы очень великолепно прям. Так, вот здесь есть еще какой-то непонятный у нас проходец, и я хотел у него тоже заглянуть. Надо посмотреть, что за забытая пещера. Может быть, сюда же и ведет? Просто с другой стороны как-то? А вроде бы нет. Слушайте, я здесь не был. Да, здесь гоблины. Они даже не успеют добежать. Я их еще на подходе уничтожу всех. Ух ты, еще и опыт получили, и еще что-то лежит. Ух ты, удобный, легкий, короткий лук. 1.4. Слабовато, на продажу сгодится. У меня гораздо лучше. О, вот это уже лучше. Защита от стрел плюс 2. Доспех. Полезная, ну хорошо, вещица. Надо посмотреть. Да, действительно полезная вещица, мне это нравится. Так, доспехи. Отсортируем самые лучшие. Ну-ка. А мне одет доспех гвардейца Ревелона, но он гораздо лучше, он видно, что золотая вещь, а это так себе. Доспех от ударов плюс 1, от стрел плюс 1, от магии плюс 1, ну да, тут от всего. Плюс такое же свойство имеет защита от стрел, но только у нас у нашего гвардейца Ревелона, там еще если посмотреть, это часть комплекта, ну и плюс ко всему золотая вещь со своей историей, с большой. А такие вещи я очень люблю. Я лучше такие буду носить, чем просто какие-то луки там непонятно. Ого! Блин, как бы в сторону-то отскочить. Вот это подстава была, камень меня подвел. Да, камень, конечно, меня очень сильно подвел. Берсерк какой-то. 24 опыта, зато ничего себе за него. Какие-то камушки драгоценные. Все будем брать, все пригодится, все сгодится в быту. Найду этому применение однозначно. Какие-то кувшинчики у них. Чем они занимаются здесь вообще, эти гоблины? Как они в этих пещерах живут, не представляю. Да не в того стрелял, а в этого. Там еще какой-то монах ходит. Ну, цель поймать надо. Не всегда цель ловит, кстати говоря. По-моему, на Q у меня цель стоит, надо чаще сжать на нее. Не всегда удается в бою там сообразить, что вот надо сейчас по-быстренькому выбрать цель. Ага, ключик. Интересно, что открывает? Какой сундук запертый? Показывайте. Наверняка что-нибудь здесь. Вон еще один ходит. Вижу его. Подождите, Q разве у меня? Может, правая кнопка мыши? Да нет. Что-то непонятно, чем там захват цели-то. Какая-то кнопка точно была. По-моему, я оставил на Q. Могу ошибаться. Так, там лестница какая-то была еще наверх. По-моему, если мне не показалось, где-то здесь. Не, по-моему, показалось, но хорошо. Это, наверное, просто вот эти вот поломанные леса какие-то, или как их называют. Скорее всего, я принял за лестницу один из таких подъемов. Ничего нет, ничего нет. А здесь это тоже пусто. Можно даже сохраниться. Пока что зачистка проходит очень даже успешно. А, наверное, ключ от этой камеры. Куда мы попадем? Ключ, да, действительно, смотрите-ка. Ха-ха. То, что нужно, какая-то секретная локация. Вот бутылечки. Ух ты! А вот это мне уже гораздо больше нравится. Закрытый шлем. Еще тоже золотой, и тоже история у него есть. Дети природы. Тут несколько разных комплектов, и их надо собирать. Какой-нибудь из комплектов, может быть, когда-нибудь я соберу. Смотрите, какой у меня шлем теперь. Я похож на восточного какого-нибудь воина, скажем, с арабских стран. Приметы, эльфийские сказания. Ну, я их сейчас читать не буду, ладно, пускай лежат. И мы так откроем их просто, чтобы были, если что, можно паузу поставить всегда. Не прочесть. Пара страниц, пожалуйста. Побежали дальше. Вновь здоровенная книга. Кстати, очень странно, здесь гоблинов нету. Хоть бы один какой-нибудь стражник бы сидел, столько полезных вещей. И никто это не стережет, они думают, что на ключ закрыли и все хорошо. Ага, куда уж там.
Даже в шкатулочке и то золото есть. Кроватка. Я бы поспал. Хотя могут другие гоблины вернуться. Кто знает, может быть сейчас кто-нибудь на охоте где-нибудь ходит там в округе, в окрестностях. А потом возвращаются с добычей, придут сюда, чтобы это в сундуки все сложить. А тут такой лежит себе пузом кверху. Дремает. Думаю, не очень им это понравится. Поэтому, зачистив пещеру, рано радоваться. Всегда могут вернуться гады. Интересно, что каждый раз здесь приходится постоянно бежать обратно. То есть, ну, мы зачистили какую-то локацию. И все, и то есть... Нельзя по-простому взять и выбраться в том месте, где ты уже находишься. Надо в самое начало по зачищенной территории бежать. Ну ладно. В принципе, она не такая большая. Могло быть и хуже. Вот если бы какой-нибудь запутанный туннель был, почти что как лабиринт, вот тогда бы да, проблемки. Полетели, наверное, к деревне. Слетаем, там можно уже, в принципе, пообщаться с нашим... Ух ты, еще один кролик. У меня охота на вас. Я жду, когда придет мститель кроликов. Я прям очень-очень сильно его ожидаю. Я хочу этот лук себе заполучить. Трофей ценный. Надо прийти, я думаю, здесь пообщаться, наверное, уже с нашей главной. Она, может, на месте опять сидит. А может, нет, что ты знаешь? Куда она вообще делась? Ну-ка, давайте посмотрим вообще дневник. Пора бы. Некромант. Теперь это здесь еще висит. И еще на каком-то вообще почему-то написано Вигур Мортис. Ну, имя, в принципе, может быть на латинском, поэтому бог с ним. Камень. Отец просил меня исследовать башню в центре долины. Он считает, что там до сих пор можно найти пару-тройку реликвий оставшихся драконов. Мы исследовали эту башню. А, я, наверное, не башню, я часовню исследовал. Хотя, насчет Ловиса-то мы общались тоже. Не знаю, странно очень это как-то. Ну и вор тут, наверное, великий охотник. Или кто это? Робин, великий охотник, куда деваться, убил какого... А, не, это тот парень, который сидит в пивнушке и рассказывает свои байки. Не знаю, в принципе, таких у меня квестов не осталось. В основном какие-то второстепенные, небольшие задачки. Но сейчас подойдем к монаху, может, не пообщаемся, что-нибудь скажет мне. Здесь где-то еще, кстати, должна быть мельница, надо тоже на нее сходить. Обязательно. Просто я ее пропустил, не видел. Так, где монах? Иди сюда. Это часовня. Это вы? Уповаю на то, что да прибудут с вами боги. Я думал, у тебя квест какой-нибудь появится, у тебя ни черта нету. Так, в эту хижину я заходить не хочу, при выходе из нее игра зависает. Я не знаю, с чем это связано, что это такой за баг, но я уже туда как-то заходил. А, вот мельница. Заходил туда и выйти не смог, то есть у меня игра вошла в бесконечную загрузку, ну и все, пришлось перезагружать игру вообще полностью. И у меня на тот момент даже не было сохранения ближайшего, то есть я начал серию с самого начала, то есть перезаписывал. Ну, в общем, неприятный момент такой, поэтому... Ну его, там стоит жена этого самого... пастуха свиней, и она говорит, что он помешался на этих свиньях, там действительно внутри лежат все о свиньях, всякие литература, картины висят тоже с изображением свиней, и она даже говорит, что он их любит больше, чем ее собственную жену. Добро пожаловать в наш город. Меня зовут Линда Юбер, я дочь мельника. Куку мелит он один. Угу. Я забираю зерно с фермы Яксонов. В сопровождении стражи, разумеется. Молодец. Работа муторная, но пиво с Кинси, похоже, не возражают. Что тут рассказывать? Маленький, тихий поселок. Мне нравится у вас. Раньше все было иначе. Говорят, эти земли называли храмовой долиной, а воителей тут было больше, чем кролик. А теперь всех развлечений, если дикий зверь подойдет к стенам, или необычный гость вроде вас приедет. Хорошо. Я не против однообразия. Но мне так хочется увидеть большие города или встретить кого-нибудь интересного. Надеюсь, они не все такие, как претарианец Рич или как его. Я поздоровалась, а он ущипнул меня за... Девушкам такое говорить не пристало. Угораздило же меня уронить кошелек в часовне. Успеть бы туда сбегать, пока отец Доминик не прибрал пожертвования. У нас в Аскольде есть где развернуться. Поселок полностью себя обеспечивает. Тут и мельницы есть, и кузня, и ферма, и казармы.
и часовня даже. Наверно, для нас все. Там и выпить можно, и купить что-нибудь, или продать, ежели что понадобится. И новости все там собирают. Мне надо работать. Салат. Еще. Делаешь в подвале. Муад не знает, что ты здесь, верно? Не каждый день встречаешь говорящее дерево, а? Ну, так-то нет. Я Баньябар, старейший алхимик Ревелона. Я живу здесь в пещере под защитой Муада Альгеди, который приехал сюда 70 лет назад. Он представляется мельником, но на деле мы с ним изучаем силы растений и минералов. А, двуногая вернул. О, была какая-то история, за его голову давали немало денег. Лучше спроси его самого. На самом деле корни мои далеко отсюда, там, где до Великой войны стоял темный лес. Теперь, может, статься и нет его вовсе. По дороге сюда Муад срезал мою ветвь и при помощи волшебства вырастил здесь новое деревце. И вот я перед тобой. Возможно, я же стою и в забытом лесу. Дважды живой или единожды мертвый. Ясненько. Правда, во второй ипостаси я слегка изменился. Помню, раньше я постоянно ворчал. Наверное, от того, что в замороченном лесу постоянно лил дождь. Прощай, человек. Мой кошелек. Ах, охотник, вы чудо. Спасибо. Спасибо, что вернули кошелек. У нас каждый золотой на счету. Уже что-то нечисто. Нет, опять охотник. Мне на сегодня охотников хватило. Как могла, я бы просто разодрала тебя, как и многих других охотничков. Жалкая солдатня. Тащитесь за мной, поганые собаки. Райна дерется, как одержимая. А ее меч, какая он так жалит. Они были слишком сильны. Они достали меня, Талану, последнюю из пламенных рыцарей. Да ладно, сострадательный охотник. Ну да. Может быть, ты даже видишь дальше серебряной пелены на глазах? Нет. Как люди могут быть настолько глупы? Они гоняются за драконами и не видят настоящей угрозы. А она уже поднимает голову. Я покажу тебе зло. Покажи. Сейчас оно скрыто, но рано или поздно снова попытается захватить наш мир. Позволь, я покажу. Как ощущение, охотник на драконов? Не очень. Каково это? Вдруг оказаться в теле существа, которое ты ненавидишь больше всего на свете. Есть пламенный рыцарь. Пиши эти кошмарные сооружения. Вижу. Это все порождение истощенного ума Демиана. Истинного проклятия Ревелона. Теперь ты продолжишь священную войну. Уничтожить его – дело чести для всех драконов. Просыпайся, спящая красавица. Какие у тебя яркие сны. Да чего же интересно, охотник на драконов становится пламенным рыцарем. Какая очаровательная ирония, сладкая, как венозная кровь. Вот что я скажу тебе, детка. Если попробуешь сделать то, что придумала Талана, а следующая наша встреча закончится для тебя не только разбитыми губами. Не стоит об этом забывать.
Стой, пожалуйста, спокойно. Да? Дай я на тебя взгляну. Классический волшебник. Да. Хорошо. Кажется, все на месте. Все в порядке. Самое, повстречавшись с проклятым лицом к лицу. О да. Уверяю тебя, я твой самый надежный союзник. Позволь мне представиться. Я Зандалор, чародей и ученый. Довольно долго могущество мое подкреплялось высоким положением при дворе, пока я не попытался защитить пламенных рыцарей от охотников на драконов после Великой войны. Я, как и Демиан, увидел твой сон и сразу поспешил тебе на помощь. Талана абсолютно права. Демиана нужно остановить любой ценой. Но чтобы сделать это, тебе придется преодолеть множество опасностей и овладеть той силой, которая была тебе дарована. Может быть, ты этого пока что не замечаешь, но поверь, близится поворотный момент в истории Ревеллона. То, как ты распорядишься даром Таланы, определит судьбу всего нашего мира. Считай это пророчеством. Теперь я оставлю тебя, но прежде позволь дать один совет. Так. Попроси о помощи мастера Ловиса. Опять он обитает в цитадели здесь, в долине. Как мастера объяснить, что именно произошло с тобой, призрак. Я же должен идти. Мне нужно сделать еще очень многое. Но я обещаю, что мы еще встретимся. Даже истинную правду можно понимать по-разному. Скоро тебе все станет ясно. И о правде, и о смерти избранного. Именно так. Однако это не означает, что ты тут же научишься обращаться в дракона. Это не так-то просто. Но разыщи мастера Ловиса, он все тебе разъяснит. Только спроси, как держать. И береги себя. Этому миру нужен пламенный рыцарь. Теперь ты знаешь, кто твой враг. И знаешь, что путь твой ведет во тьму. Но я буду рядом. И направлю тебя, если ты заплутаешь. В любом случае, Зандалор был прав. Разыщи мастера Ловиса. Скажи, что тебя послала я, и он непременно поможет.